Над Суздалем вновь зазвучат колокола. Всероссийский фестиваль духовной музыки «Лето Господне» откроется 24 августа. В этом году он проводится в шестой раз и посвящен памяти народного художника России, нашего земляка Валерия Кокурина, который ушел из жизни в июле этого года. Фестиваль начнется в 12:00 на территории Рязноположинского монастыря. В программу входят концерты колокольных звонов, мастер-классы и выступления творческих коллективов. В фестивале примут участие звонари из Архангельска, Волгограда, Москвы, Нижнего Новгорода и других российских городов, а также литовского Вильнюса. Вечерняя концертная программа пройдет на торговой площади Суздаля. Во второй день фестиваля, 25 августа, состоится народная плавка колокола. Ее организует Вольгинский колоколец. Участие может принять любой желающий. Для владимирских слушателей от театральной площади областного центра организованы трансферы в Суздаль на оба дня фестиваля. 24 августа отправка пройдет в 11:00 и 16:00, 25 августа в 10:30.